Всем привет, дорогие подписчики из телеканала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Prey. Ну что ж, мы с вами продолжаем пробираться к эту лабораторию, чтобы восстановить связь с зеркалом и просмотреть до конца запись. Я за кадром еще там соорудил себе целую обойму для дробаша. Метка. Углерод. Катод. Коррозия. Чтоб тебя... Что ж, тварь. Фу. Отлично. Вопрос. Ага. Где-то лазит еще тварь. Здоровая такая тварь. Ну вот и что заперто, как открыть-то? Это же турель. Блин, вроде все на этом, почему-то все равно на русском. Вообще непонятно, в чем проблема. С раскладкой. Еще раз попробую. Нет, все равно на русском. Странно вообще, непонятно. Что происходит с этой раскладкой? Как мне тут дверь-то открыть? Заперта. Может, она просто дробашом? Ага, хер раз два. Только зря потратил патрончик. Плохо. Ё-моё, все рушится, все падает. Что у нас здесь? Чертеж 9 патронов. О, патроны. А зачем мне патроны? Мне, в принципе, так, по-моему, они сразу появились, как только я нашел пистолет. Отлично, набор для улучшения оружия. Здорово, еще один. С глушителем, кстати, можно будет разобрать и получить еще нужные мне материалы. Камеры, камеры. Ладненько, давай читать. А, писем никаких нет, экипаж. Аппаратная лаборатория. Тихо. А как вниз листать? Ладно. В пределах нормы. Серьезно? Даже вот так можно делать, да? Жизнеобеспечение. Жилая секция. Вот это интересно. Травмпункт. Нет признаков жизни. А зачем мне всех находить, чтобы пометить, что ли? Что он мертв, что не мертв? Дрендрарий. Странно, ладно. Так, с функции. Карта сектора. Ладно, карта карты хорошо. Управление системой. Открыть камеру хранения. Ой, как классно. Там есть турелька.
запчасти. Установить. Вот замечательно. Только мне будешь помогать. Ой, как ты мне будешь помогать, я надеюсь, по крайней мере. Это я, пожалуй, возьму. Так, ну давай-ка наверх слазим, посмотрим. А, так они... Понятно, он наверху косолазит. Я думал, внизу. Фантом уже здесь. Ага. Замечательно. Там еще один ходит. Да, ё-моё, я забываю вечно. Я же с оружием, мне сразу палят, блин, металл-детектор этот. Отлично, молодец, Торелька, справляешься, красавица. Этого, в принципе, следовало от тебя ожидать, то, что мне и нужно было. Где этот Козлодоев? С этой стороны пойдем посмотрим. Всякие бутыльки. Это все надо. Это, кстати, вот можно попить. И здоровье восстановить. И... Ага, пища закончилась. Окей, хорошо. Закончилось, так закончилось. Серьезно? А так можно делать? Нифига, а так разве можно делать? Ё-моё, серьезно? А как это сделать? Да блин, что ты не лепишься? Ага. И чего у нас тут? Оба-на, видали? Спасибо, чувак, что подсказал, что так можно делать. Я и не знал. Ну, тут, в принципе, больше ничего и нет. Вот как можно попасть наверх. Спасибо, очки. Давай смотреть. Что здесь еще есть? Новый пропуск. Туда, наверное, скорее всего, в принципе, можно выйти.
Точно. Так, ну, по-моему, нас учили, что можно бороться с огнем. А как вот с этим бороться, не знаю. Отлично. Здорово. Это что? М-заряд. М-заряд создает мощный импульс электромагнитной энергии. Он особенно эффективен против роботов, турелей и других субъектов, использующих электричество. Ага. Спасибо. Но мне пока это не надо. Здесь больше, в принципе, ничего и нет. Интересно, как-нибудь помечать эти трупы? Слушай, тут, оказывается, еще и припасы могут быть. Действительно. Позаныкивали. Все, что можно было. Ладненько. Понятненько. Интересно, я могу собрать турель с собой ее забрать? А, да, могу нести. Действительно могу. Интересно, хватит ее мощей? Турельку сломали. Засранцы. А это что такое еще? Нуль волновой глушитель. Нульволновой глушитель, созданный в лаборатории психотроники, испускает серию импульсов, которые ненадолго подавляют пси-способность любого существа в зоне действия. Ага. Окей. А где другой? Починить ремонт 2 требуется. Закрываем. У меня, в принципе, есть нейромоды, но их мало. Но их очень мало. Метаболизм. Вот здесь вот требуется 3, чтобы разобрать. А здесь требуется 4. Ничего этого не хватает. Охранник. Скрытность. Краетесь или ползете. Ну вот здоровье можно, в принципе, прокачать. Что-то как-то мне жалко сейчас на это тратить. Целый нейромод. Ё-моё, все рушится, блин. Атриум. Это они наверху лазят, блин, или где? Дискресс создает технику для станции. Лабораторные приборы, нестандартные детали, прототипы. Мы сможем починить ваш терминал зеркала в мастерской доктора Кальвина. Ну, хорошо. Ага. У меня, кстати, есть, получается, этот инъектор, да? Ну-ка, давай. Да, здорово. Замечательно. Замечательно.
кто-то наверху лазит. Подожди, а я здесь был? У меня такое чувство, что я здесь был. Я просто мог бы здесь, получается, выйти. Данный труп я обыскивал. Надо, блин, тут двигаться аккуратненько, осторожненько, а то опять кто-нибудь появится. А у меня ни турельки, ничего нет. В защиту. Демонстрационная сцена. А, кстати, да. Вон он как раз забежал, да? А где же тогда тут здоровяк? Пропуск наверняка есть у Кальвина. Вы найдете его или его останки по списку персонала. Понятно, мне еще Кальвина надо искать. Ох ты, а там что-то полезненькое есть. Ну, в принципе, давно уже пора прокачать себе, наверное, перенос груза хотя бы первого уровня. По-моему, это ремонтный набор для моих шмоток. Кстати, надо будет их сейчас и починить. Отличненько. Ну ладно, давай качнем. Вес нужен по-любому, без него никуда. Хотя бы первого уровня. Пройдешь? Отлично, молодец, красавчик. Запчасти. То есть мне надо еще труп искать. Могу закрыть? Я хочу закрыть. Блин. Ё-моё. О, отлично. Все, закройся. Нет пропуска. Может, туда сюда пойти посмотреть? Еще один нейромод. Тадес Йорк. Доктор Торстейн, где вы? В механическом цехе. Я только что... Я слышал взрыв. Это не важно. Хватайте, что можете, и идите в мой кабинет. Мы эвакуируемся. Что? Что мне нужно? Нейромоды, экзотическую материю. Скорее, встретимся в моем кабинете. Да, сэр. И прихватите с собой гипс-пушку. Гипс-пушка? Ну, такая же, как моя. Отличненько. Пойдем посмотрим, что здесь имеется. Какая-то нычка. Это не сейф? Очень похоже на сейф. Но здесь я никуда не выберусь. Однозначно. Ну и, в принципе, все, что полезно, мы взяли. Прошу
Готов? Вот теперь готов. Отлично. Постепенно уже справляемся. Сейчас приблокотыкаемся, все будет пучком. Органика. Кстати, можно будет, получается, здесь сейчас фармить, да, утиль. Да-да-да. Кстати говоря, да. И то, что у нас лишнее, кстати, тоже можно будет перебрать. Лишний еще пистолет. Еще ключ. И все прекрасно. Отличненько. О, сколько добра-то. Еще вот здесь добро. Отлично. Так, тут вроде ничего не было. Это всякий хлам. Тебя, кстати, тоже можно вот разобрать. Дротики, 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 дротики. Их, кстати, можно будет тоже использовать, отвлекать врага, допустим, в другую сторону, чтобы он пошел проверять. Полезная штука. Вот это заныкали баночки. Ну, в принципе, получается, здесь все, да? Заземляющий резистор. А зачем он нужен? Наделяет сопротивляемость к электричеству. Специальное экранирование защищает вас от утилизирующих гранат. Я могу тебя поставить? Отличненько. Костюмчик свой тоже улучшили. Что тут еще есть? Ничего нигде не заныкали. Все, можем, кстати, тоже разобрать весь этот хлам. Это мы отсюда спустились. Так, во-первых, хлам весь, во-вторых, тебя туда же. Ну, в принципе, и все. Отличненько. Еще бы схемы бы найти бы какие-нибудь. Здесь пока не хочу ходить, потому что надо все-таки для начала патрончиков еще себе понаделать бы. Кто че где орет? Так, давай-ка я тебе... Откуда ты взялся? Твареныш. Я ж тут проверял, тут никого больше не было. Откуда взялся? Странно. Ну давай искать. Как его там зовут-то, кстати? Чё-то я... Тихо. Мне нужно найти... Доктор Кальвино с терминала службы безопасности. Кальвино. Кальвино. Ну давай искать. А как листать вниз-то список? А, вот. Кальвино, Кальвино, Кальвино. Я что-то тут не наблюдаю. Вот. Лоренцо Кальвино. Да ё-моё, что ты творишь?
Ага. Аппаратная лаборатория. Где-то наверху получается. Ну да, там еще одна тварь. Там еще одна тварь, а нам бы желательно бы создать бы еще патроны. Я еще здесь не был, да? До конца. А, нет, я здесь был, все. Здесь я был. А может быть верхом пойдем? Офигительно. Неожиданно было. Это что, мне все заново сейчас собирать, что ли, все? Не очень бы хотелось это делать. А я что, получается, упустил, что ли, из виду вас? Так, тебе тут даже в хлам. Ну пошли искать его опять в этом списке, блин. Понятно, надо на второй этаж идти. Ну не знаю, может, в принципе должно хватить мне патронов. Если там только он один. Если он не один, плюс еще мелочь, то это, конечно, напряжненько будет немножечко, напряжненько. А, кстати, тут еще и тварёныш что-то вылазит, да? Где этот мимик? Засранец. Фух, так, ладненько. Во-первых, наверное, поедим лучше. Вот, этого достаточно. Аптечки экономим, шприцы экономим с вами. А, искали мы с вами, по-моему, где-то его вот здесь. Во втором, по-моему, списке, да. Кальвино. Лоренцо Кальвино. Тогда пойдем понизу. Потом найдем, как подняться наверх. Блин, это все рушится. Это что? Практическая электроника. Это, по-моему, мы с вами читали в самом начале, в первой серии. Тут ничего нет. Бери, что мы возьмешь. Сейчас тут все потушим. Там как раз получается аптечка. Чего ты никак не хочешь тушить-то? Ладненько. Записка. Отмечайте при каждом входе в технический канал через панель доступа. Течь в трубе отремонтирована. Непонятное мерцание, невозможно найти причину. Электросеть в порядке. Сбой электроприбора возле входа в механический цех. Как временное решение использовал изоленту. Внимание, в случае опасности войдите в технический канал за маленькой панелью и отключите питание. Немедленно сообщить мне.
Отличненько. Это ну что, запчасти. В принципе, можем подчинить нашу турель. Получается, мы выключили питание. Да. Так, чувствую, как будто здесь воздух туда уходит откуда-то. Ага. Эмми Шмидт. Это что еще такое? Обычная или осколочная? Утилизирующая граната. При детонации утилизирующая граната разрушает молекулярную структуру находящихся рядом объектов, преобразуя их во вторсырье. Ваша форма частично защищает от вас от ее воздействия, но не гарантирует полной безопасности. Стоя рядом с гранатой, вы подвергаете свою жизнь угрозе. Угу. Ага, окей, хорошо. Я не буду ее использовать. Если вдруг что-то мне потребуется переработать, может быть, какие-нибудь крупные объекты. Вот здесь, да. А там у нас невесомость. Плохо. Ой, сколько там всего полезного-то. Ух ты. Так, ну, получается, питание-то подать. А, вот это надо починить. Распределительные щиты. Вас поразил дуговой разряд от поврежденного распределительного щита. Гипс-пушка ненадолго предотвращает возникновение разрядов, чтобы вы успели использовать ремонт 2 или обойти угрозу. Сломанные распределительные щиты наносят урон и вашим врагам. Угу. Пипец, как мне офигеть, как досталось. Давай тогда использовать аптечку. Надо, чтобы туда пройти. Туда и так есть способ, как попасть. А вот наверх бы как мне попасть? Аккуратно так. Чтобы справиться с этим монстром. А это может быть какой-то лифт? Не использовать. Очень похож на какой-то лифт. Ага. Мию Окебе. Привет, это Лэнгли. У вас ничего странного не происходит? Нет, например. Только без паники. В чем дело, Лэнгли? Пока не знаю. Тут же стоит охрана. А значит, у вас все еще работают? Наверное, не знаю. Я провела весь день в лаборатории. Погодите, сейчас посмотрю. Я не... Что это было? О боже, мы только что лишились двух лабораторий. Что? Мне нужно идти. Так спокойно отвечает. Медицинский отсек. Чертеж аптечки. О, да ладно, серьезно. Круто. Мне это, в принципе, не жалость, на аптечку мне их хватает. Распределитель операторов. Что он дает? Запросить оператора. Запрос нового оператора. Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю. Готов. Не заденьте проем. В смысле, ты можешь меня лечить? Диагностируем. Похоже, у вас вывелся тяжелый день. Это недолго. Теперь порядок. Заполнить анкету можно на стойке администратора. Вот это здорово. Круто.
Можно будет, получается, еще двоих, да? Что это происходит? Засранец. Ну и где ты? Мерзота. Ну и все. Трупешник. Ах ты. Еще не готова, получается, концентрация моя. Но там не тело нашего доктора. Ну где ты, звездюк? Сдох? Красавчик. Красавчик. Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю. Диагностируем. Болезни и травм не обнаружено. Боюсь, от меня вам прока не будет. Разве что вас интересуют врачебные факты или шутки. Нет, меня это не интересует. Фух, ладненько. Так, перезаряжаемся, а то сейчас нарвемся на здоровяка. Что будем делать? Это жесть. Повреждена. Полный вакуум. Внешний шлюз в механическом цехе поможет вам до него добраться. Сначала поставьте двигательную установку на свой костюм. Чего? Какую установку? Двигательную установку? Двигательная установка. И где это? В механический цех. Ну, вообще здорово. Просто опупеть как классно. Это получается вот сюда, да, надо будет идти. Это здоровяк, но он такой простой, не огненный. Его, в принципе, можно попытаться и убить. А можно и не трогать. Пошел он в попу. Добро пожаловать. Все, сиди здесь. Сиди, сиди. Блин, классный медик. На халяву будет лечить меня. Еще бы костюм бы ему лечил бы. Вообще было бы здорово. Так, ну это как-то надо будет здесь пробираться. Через стеллажи. Там вот чокнутые роботы. Возможно, там есть чертеж. Зараженный. Чертеж как раз находится там. Ладно, к чертежу отправимся уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.